Народный танец несет в себе историю, вековые традиции, обычаи и нравы. Любовь к этому объединила два прославленных волгоградских коллектива на сцене детско-юношеского центра. Хоровод дружбы, задуманный как общий концерт, рассказал так много, что каждый хореографический номер в исполнении замечательных ансамблей «Улыбка» и «Сайарме» не оставил равнодушных в зале. Оказывается, так просто и точно можно говорить о дружбе людей разных национальностей, их общих интересах и культуре. Кавказские танцы отличаются своей харизмой, энергетикой и куражом. И тот адреналин, который мы получаем на сцене от трюков, от танцев, он несравним, наверное, ни с каким, да, с каким характером танца. Хореографический коллектив «Сайарме» все 20 лет своей деятельности показывал и пропагандировал танцы народов Кавказа. Ансамбль «Улыбка» вот уже 35 лет радует зрителей различными выступлениями и объединяет в своих рядах детей всех национальностей. И ребята, и взрослые убеждены, что именно язык танца способен донести до сознания то, что может без лишних слов сплотить воедино людей разных культур и обычаев. У нас очень много в программе русских, именно русских танцев. Поэтому мы приучаем детей чувствовать свою национальную идентичность, понимаете, да, через это. Ну и пригласили, у нас есть такой в городе ансамбль, замечательный ансамбль, называется «Сайарме», ансамбль кавказского танца. Ну, Сосо Заурович, вот за эти сколько, 20 лет, он создал тоже огромный коллектив, и мы решили, чтобы наши дети, в общем, подружились. Ну, чтобы они чувствовали не только свою национальность, так сказать, но и толерантность ко всем национальностям. Дети разной национальности показывают свое искусство, показывают, как они красиво танцуют. И они учатся и культуру других народов, смотрят на друг друга, показывают себя и берут пример с других детей, как надо себя вести и танцевать красиво. Обычаи наши, традиции наши. И школа кавказских танцев не только это хореографическая школа, а еще плюс они тут у нас учат традиции, как обращаться с друг другом, как обращаться со старшими, со младшими. Вот это вот традиции обязательно должны знать каждой национальности. Где у нас мы это и обучаем наших детей. И «Сайарме», и «Улыбка» – это не только профессиональные коллективы, но и большая многонациональная семья, которая объединила грузин, русских, дагестанцев, осетин, греков, азербайджанцев, украинцев, татар – более 40 национальностей. Сегодня можно говорить не только о преемственности представителей разных культур в нашем регионе, но и о создании общих традиций, которые воспитываются благодаря таким проектам, как «Хоровод дружбы». Я уважаю каждого, кто со мной танцует. Мне это приятно, знаете, хорошая дружественная атмосфера. Мы не просто как какие-то люди, а мы одна целая семья. Мы не просто какой-то коллектив, а именно вот единое целое. И меня это очень радует. Мы русские, мы танцуем с душой, мы танцуем с улыбкой. Мы не пытаемся изобразить какой-то гнев. Мы показываем, как можно улыбаться, что можно получать удовольствие от того. Не все знают, что танец – это самый древний и богатый вид искусства, многогранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Народный танец является родоначальником всех остальных направлений, которые формировались в течение многих веков. Мода и течение времени не смогли повлиять на него. Народный танец хранит память о предках. Именно этот вид искусства отражает жизнь и дарит настоящие эмоции, как этот хоровод дружбы. Татьяна Крючкова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».